Всем привет! Меня зовут Соня, и вы смотрите проект «Соня может». Я все так же продолжаю колесить по нашему большому Алтайскому краю и знакомиться с самыми интересными предприятиями, заводами и фабриками. И сегодня, на минуточку, меня занесло аж за 320 километров в место, которое 300 лет назад стало столицей камнерезного искусства Сибири и по сей день остается им. Добро пожаловать в Колывань! Село Колывань, основанное в 1727 году, один из старейших населенных пунктов в Алтайском крае. Расположено оно в Куринском районе. При въезде в поселок гостей встречает колыванский столб. Его невозможно пройти мимо. Увенчан он вазой из красного гранита. Также на нем находятся гравюры с названиями городов, в которые в разное время были отправлены камнерезные изделия из Колывани. Главная достопримечательность этого места – Колыванский камнерезный завод, который в этом году отметил свой юбилей. Ему исполнилось 220 лет. Представляете, сколько изделий за это время сделали мастера? Но главный шедевр, который прославил этот завод на весь мир, называется «Царица ваз». Наверняка вы хоть раз слышали о самой огромной каменной вазе в мире. О ней мы поговорим чуточку позже, а сейчас я предлагаю уже пройти на территорию завода и познакомиться с этим уникальным предприятием. В 18 веке шлифовальная фабрика Колывани была третьей в России, уступая лишь Петербургской и Екатеринбургской. Однако она имела значительное отличие. Именно в Колывани стали первыми использовать энергию воды для механической обработки камня. Благодаря такому изобретению обработка камня происходила быстрее, чем на других фабриках, и позволяла заниматься крупными объектами. Друзья, обратите внимание на фундамент, который был заложен 300 лет назад, еще при Демидове. А рядом мы можем с вами наблюдать новую кладку. Она более светлого цвета, и вы знаете, местные старожилы говорят, что старая кладка, которой 300 лет, намного прочнее новой. Вот что значит «строили на совесть». Комплекс «Колыванская шлифовальная фабрика» является единственным в России действующим памятником русского промышленного зодчества, который в 1995 году включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. С историей завода я уже немного знакома, не терпится уже пообщаться с человеком, который возглавляет эту жемчужину камнерезного искусства. Знакомьтесь, Алексей Дорохов, директор Колыванского камнерезного завода. Алексей Юрьевич, ну, в первую очередь я, конечно же, хочу вас поздравить с юбилеем. Все-таки 220 лет вашему уникальному предприятию. Расскажите про производство. Что вообще произошло за последнее время, за последние годы? Я знаю, что вы единственный завод камнерезный, который остался в России. Правильно? Правильно. Мы находимся на первой промышленной площадке за Уралом. Отсюда начинается история Алтая, всего региона. Потому что здесь первые за Уралом появились первые демидовские заводы Акинфия и Демидова. Угу. Вот сейчас мы прямо на этом месте находимся, на этом именно месте, где вот именно находился первая доменная печь. Прямо аж мурашки вообще вы рассказываете, а у меня мурашки от того, что... За спиной стоит гидротехническое сооружение, год эксплуатации 1727 год, до сих пор оно функционирует, работает. Есть видно какой-то горный дух, который нас сопровождает, ведет и оберегает наш весь регион. Вот так можно сказать. А здесь делаются изделия только из местного камня или откуда-то привозятся? В основном львиная доля – это местный материал. Но сейчас мы как бы интегрируем и с другими материалами. Это и покупаем в Карелии габра, и граниты другие дополнительные, красные. Потому что специфика Алтая, она крупной монолитности нету. Это только в гранитах, это верхние слои магмы. Да? А более глубинные, ну так
природа распорядилась. Она находится в Карелии. Ну, как не звучало печально, ну, приходится покупать, но это экономически все выгодно. Уже 220 лет берется камень здесь, с Алтая. А вот по вашим подсчетам, когда-то же это месторождение должно закончиться? Ну, смотрите, у нас даже ПГР, план развития горных работ, Каменское месторождение, которое львиная доля сейчас, мы выполняем облицовочную плиту, бордюр пилим, расходится практически в сибирском регионе. Там карьерная мощность только на 1000 лет. О, Господи! Фабрике 220 лет. А это все подсчитано в 80-х годах. Бурили геологи, делали экспертизу, делали заключения. Но мы такими все темпами, представьте, какие-то объемы. Это только гранит. Основные три камня, из которых здесь делаются изделия? В основном гранит, ревенская яшма и порфир. А самое огромное изделие за всю историю – это царица ВАЗ? Царица ВАЗ. Все пишут, что царица ВАЗ сделана с монолита, с цельного камня. На самом деле нет. Конечно, это уже легенда, она сформирована. На самом деле, сначала окалывали чашу, нашли блок. То есть чаша из одного блока? Чаша отдельно, да. И ножка из трех частей, там или из четырех. И постамент вообще добывался только с третьего раза. В самой царице ВАЗ искусственных вставок больше 80. То есть они так подогнаны, что профессионал только может отличить, а простой турист или обыватель не увидит, как деды искусственно подогнали по рисунку. Для справки, царица ВАЗ из Колывани – это самая большая ваза в мире. Ее диаметр составляет 5 метров, высота 2 метра 57 сантиметров, а вес изделия – 19 тонн. Большая колыванская ваза изображена на гербе и флаге Алтайского края, став одним из государственных символов региона. Это самый известный экспонат, вышедший из Колывани. А вообще, за свою историю фабрика выпустила более 900 внушительных произведений. Сейчас многие из них хранятся в государственных музеях и в руках частных коллекционеров России и других стран мира. К счастью, мастера камнерезного завода и по сей день продолжают создавать высокохудожественные композиции. Например, флорентийскую мозаику. 22 квадратных метра уникальной палитры из алтайского камня, которая создавалась 2 месяца. Друзья, у нас с вами есть уникальная возможность увидеть этот шедевр первыми прямо сейчас. Здесь раскрыта вся палитра алтайских минералов, поделочных минералов. Мы видим, как это все применимо. Сколько здесь камней? Сложно сказать. Тут много порфиров, порфиритов. Колыванно-Воскресенский мрамор, мрамора алтайские с Чинетинского месторождения, габра со Змеиногорска. Но если так вот грубо посчитать, тут около 80 месторождений. Вы знаете, к своему стыду, раньше, глядя на подобные мозаики, я даже не задумывалась, сколько сил, времени и кропотливости вкладывает художник в свою работу. После посещения камнерезного завода мой мир вновь разделился на «до» и «после». А еще я знаю, что вот именно здесь, вот в этом здании, делалась царица ВАЗ. Да, непосредственно. Вот мы и называется колоссальная фабрика. Обалдеть, это же просто историческое вот место. Где вот экспонируется вот это мозаичное панно, здесь изготавливалась царица ВАЗ. Не только царица ВАЗ, но и все вот такие большие монументальные вещи. Колонны, торшеры, которые экспонируются в Эрмитаже. И находится за границей, как раньше в царское время, как дипломатические подарки. Да? Алексей Юрьевич, очень хочется, безумно интересно посмотреть цех, где обрабатывается камень. Признаюсь, я уже заглянула в этот цех и хочу вам сказать, это прекрасная локация для съемок фильмов ужасов. Здесь мы вскрываем камень, смотрим, анализируем, что с ним дальше делать, хорошего качества или плохого качества. А может такое быть, что вы его распилили и забраковали? Да? Это процентов... Такое часто бывает. 100%, процентов 15-20 бывает. Мы работаем в 3 смены, чтобы выпустить большой объем продукции. Слева у нас находится многопильный станок. Позапрошлом году его установили. Это специально был куплен для увеличения продукции бордюрного камня. Потому что он сразу же режет в размер, то есть чтобы ускорить выпускаемую продукцию. То есть эти станки 2-метровые режут на слэбы, а сюда уже мы передаем, чтобы за один проход там 2-3-4 бордюра уже выходило с этого слэба. То есть это ускорение процессов, производственных процессов. Да? Соответственно, выдаваемые готовые продукции в погонных метрах больше. Мы раньше выдавали в месяц там 500-400 погонных метров. Для нас это был какой-то предел. Сейчас на данном этапе мы можем в месяц там
полтора километра спокойно выпускать готовый продукт. Ого, то есть в три раза получается, да? Увеличили. Ну, кстати, этот станок выглядит особенно угрожающе. Вопрос отвлеченный. Самый дорогой заказ за последнее время, который у вас был? Мы сейчас плавно интегрируем современное искусство. Это, думаю, арт-объекты. Да? Последний мы сделали в этом году, в сентябре месяце, музей-заповедники в Сросках. Там с применением флорентийской мозаики, с монолитности. Да? Аналогов в России такому нет. То есть мы первые открыватели, мы же первопроходцы именно в монолитах, в камне с применением флорентийской мозаики, с черно-белой флорентийской мозаики, потому что очень сложно сделать черно-белую мозаику с наших порфиритов, потому что цветной камень, он не будет работать и играть, он будет смотреться как дешевая реклама. А именно в черно-белом стиле такой ретро, арт, очень нестандартный подход, можно так сказать. И вы не ответили на мой вопрос, сколько? Стоит? Да. Ну вот самый дорогой. 4600. А, то есть около 5 миллионов. Да. Мы видели мозаичное панно. Она стоит около 12 миллионов. Это которое мы с вами вот только что смотрели? Да, только что мы смотрели. А, про оленя. Про оленя. Олень золотые. 12 миллионов. 12 миллионов. Угу, ясненько. Хорошо. Хорошая мозаика. Хорошая мозаика. Хорошая мозаика, неплохая. Это же прекрасно. Спрос на искусство есть, и за него готовы платить. Это не может не радовать. А где мы еще можем увидеть в городе, в Барнауле, изделия от вашего завода? Вот в каждом каком-то таком крупном учреждении Алтайского края. И обязательно есть от вас есть изделия. Есть наши изделия, да. Здорово. Любой новый строящий садик, новая строящая школа. И мы детей с малых лет прививаем к традиции, искусству. К искусству. Потому что если те же деньги, например, внедрить в компьютер, технологии, да, они через 2-3 года устарели. А это все будет детство, история. И ребенок с детства, либо с детского садика уже начнется прививаться, и со школьной скамьи. То есть он плавно потом уходит, интегрирует в образовательное учреждение. Он тоже там видит это наше произведение искусства. Где-то посещает какие-то такие значимые объекты, как вот там драмтеатр, музей литературы Гмелик, это арт-объект. Везде на каждом этапе есть изделия Колыванского кумирец-завода. Это, наверное, единственный регион в России, который может этим похвастаться. Больше таких регионов нет. Алексей Юрьевич, когда я приезжаю вот на такие уникальные предприятия, у меня всегда, знаете, вот руки чешутся просто обязательно что-нибудь попробовать сделать. Как вы думаете, на что я способна здесь? Ну, давайте переместимся в художественный цех, там именно где женские руки творят волшебство, да, чудеса. И вы как раз попробуйте на первом этапе, как у нас ученики учатся, шлифовку, полировку на планшабе. Это первые азы камня, без этого ничто не может дальнейшее рождаться. Теории на сегодня достаточно, пора уже приступать к самому интересному, к практике. И прямо сейчас я буду осваивать азы профессии шлифовщик-полировщик. Мой куратор на сегодня Мария Оскорбина, человек, который может отполировать любой камень до блеска. Ну, на первый случай техника безопасности. Вам нужно завернуть рукава. Кольца я, кстати, уже сняла. По технике безопасности их нужно снять. И нужно обязательно убрать волосы. Ну да. Иначе может их закрутить. Итак, я готова. У меня в руках кусок яшмы, который и поможет мне познать сегодня азы новой для меня профессии. Идем на грубую обработку сначала. Это самая первая обработка, это правильно? Это самая первая, на которой убираются все грани и выравнивается плоскость. Берем абразив, ага, с водичкой, насыпаем на планшайбу, ложим камушек и вот так вот плавными движениями. Вот так? Да. Ой, я думала, здесь будет больше сопротивления. Нет. Нет, достаточно так. Вода не дает вам сопротивления никакого. Ага. А сколько примерно шлифуется камень по времени? Ну, минут 10-15, в зависимости от того, насколько он ребристый. То есть вот я вот так должна стоять 10-15 минут, вот так совершать эти монотонные чтобы движения, чтобы была, да, плоскость. Вот поднимайте сейчас камень. Видите, у него плоскость уже почти ровная. Да, вижу. Вот. Надо еще немного, и плоскость будет ровная. Еще разочек, да, повторяем? Еще разочек. Может быть, надо быстрее, медленнее или нормально? А быстрее какая разница?
все зависит от вращения. А если я его просто вот так буду держать? Пожалуйста. А, хоть можно, так, да? Крутите, хоть как крутите. Только да. Держите обоими руками, потому что он может прилипнуть. И если рванет, вам повредит руку. Ой. Короче, может случиться производственная травма. Да, когда держишь обоими руками, всяко разно сила фокусирует. А у вас в конце дня устают руки или уже привыкли? Уже привыкли. А сколько лет вы тут работаете? 19 с лишним. 19 с лишним лет, боже мой, ничего себе. Вот это вы старожила местная, да? Ну, а что сделаешь? Обалдеть, 19 с половиной лет. Ну, у вас руки уже привыкли. Это у меня, наверное, сегодня с непривычки, они будут немножко побаливать. На самом деле, правда, чувствуется, что здесь мышцы прям напрягаются. Так, ну что, смотрим? Ну, смотрим. Так. Ну, все, как бы пойдем на следующую. После каждой обработки камень необходимо промыть. Идем к следующему станку. Приступаем ко второму этапу обработки. Всего их 4. Мария, какими навыками должен обладать шлифовщик-полировщик? Терпеливостью, потому что каждый камень, получается, процесс обработки очень разный, какой-то мягкий, и, какой-то, наверное, твердый. Монотонный, да, вообще процесс? Ну, да, это очень монотонно. А у вас есть любимый камень, с которым вы любите работать? Как бы сейчас на данный момент нет. Когда устраиваешься сюда, все камни кажутся такими красивыми. А когда со временем это все... Глаз замыливается и уже... Все остается одинаково. Камень и камень. Вот так за разговором с Марией незаметно завершился второй этап обработки камня. Промываем его и приступаем к следующему. Так, Мария, у нас с вами третий этап обработки камня. Что это? Чем это отличается от предыдущих? Те, получается, были металлические планшайбы. Mm-hmm. Это у нас деревянная. Мы сверху наносим алмазную пасту. Ух ты! Она совсем не блестит. Она далеко не блестит. И сейчас мы будем наводить матовый блик на камень. Перед полировкой это обязательно, иначе не будет зеркального блеска. А вообще, для чего мы делаем этот брусочек? Это что будет в будущем, чтобы я знала, к чему я приложила свою руку? Хотя бы под овальную вазу маленькую, копию царицы ваз. Под каждую вазу делается плин, чтобы она смотрелась. То есть, возможно, кому-то потом достанется сувенир? Конечно, конечно. Или выйдет на продажу. Которому я приложила руку. Так, ну что, принимайте работу. Ну, это как бы... Нет, это как бы вообще, да, на двоечку? У вас силы просто нету, нету опыта. Вот она становится матовой, уже как бы поблескивает. Ага. Ну, для вас, конечно, это страшновато. Страшно вообще, мне, я боюсь тут пальцы оставить или ногти вон свои. Для нас это обыденно. Завершаем обработку. Четвертый этап – полировка с помощью войлока. Именно он придаст камню зеркальный блеск. А у вас дома есть изделия из камня с завода? Нет? Короче, сапожник без сапог, да? Да ну как бы зачем? Это хватает тут, до этого камня, до шкатулок. А какая работа здесь вам больше всего нравится? Ну там работа с мозаикой или собирание шкатулок или шлифовка камней? Да как бы мне без разницы. Ну скажут мозаику, делаю мозаику. Скажут шкатулки, я делаю шкатулки. Раньше было интересно делать шкатулки, потом переключилась на мозаики, как-то было более интереснее, что разноцветные камни. А потом все уже стало одинаково. Ну вот как бы вы придали блеск. Все, рабочий день закончен. Камень готов. Как заканчивается ваш день? Отмыванием, переодеванием и идти домой. Вот так прошел мой рабочий день в качестве шлифовальщика, полировальщика в художественном цехе на камнерезном Колыванском заводе. Друзья, ну что я хочу сказать. Я здесь провела всего лишь один день. И это, конечно, тяжелейший труд, монотонный, кропотливый. Честно вам скажу, я преклоняюсь перед людьми, которые могут 5, 10, 15, 20 лет посвятить этой деятельности. Но благодаря именно таким людям камнерезное искусство процветает в мире. Кажется, у меня еще осталось немного сил. Потрачу их с пользой. Схожу напоследок в музей истории камнерезного дела на Алтае, который находится в 5 минутах ходьбы от завода. Что же эдакого можно увидеть в музее? Сейчас расскажу. Во-первых, минералы, из которых создаются уникальные изделия.
Во-вторых, здесь находится уменьшенная в 10 раз копия царицы ваз, сделанная в 2010 году. В-третьих, в музее представлена коллекция рисунков учеников, которые ходили в рисовальную школу при фабрике в 1878 году. До музея здесь был рисовальный класс. Ну а в-четвертых, самый весомый аргумент – здесь находится около 1500 экспонатов. Поверьте, в Колыванском музее истории есть на что посмотреть. Это был очень насыщенный и познавательный день. Друзья, и знаете что? Абсолютно каждый из вас может доехать до Колывани, посетить музей, сходить на экскурсию на завод и получить свои собственные впечатления. Ну а наше трудовое развлекательное шоу продолжается, и я отправляюсь в новое место ознакомиться с новым предприятием. С вами была Соня. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!